«Свобода творчества» под таким названием в Нижегородском государственном выставочном комплексе открылась 4-я выставка непрофессиональных художников. В экспозиции представлено 280 произведений в разных стилях, 90 авторов. У каждого художника своя манера. Здесь есть пейзажи, натюрморты, портреты, абстрактные работы и многое другое. Статус и возраст художников такой же разный, как и стили исполнения. В экспозицию также входят произведения участника Великой Отечественной войны, заслуженного ветерана Нижегородской области Алексея Чанова. Участники с каждым годом они развиваются, они приносят все больше, более осознанные, более интересные работы, произведения. То есть улучшается техника, улучшается манера, улучшается само восприятие и понимание искусства. И в любом случае будет интересно каждому, кто придет на эту выставку, не только тем, кто участвует, да, а тем, кто просто любит искусство и любит радостные и интересные произведения.